Новости. Ежегодно Московский областной онкологический диспансер проводит более 5000 сложнейших операций. Имеет стационарно 655 коек, 14 клинических отделений. Консультирует 97 тысяч пациентов в год. Новый корпус там ждут с нетерпением. В преддверии Всемирного дня борьбы против рака с рабочим визитом центр посетил руководство области, чтобы проверить ход выполнения работ. Здесь, на территории онкологического центра, реализуется программа по строительству нового корпуса, который будет отвечать всем современным требованиям по лечению онкологических заболеваний на территории нашего региона. Усилия по борьбе с онкологическими заболеваниями – это приоритет в действиях правительства Московской области, и мы продолжим эту работу. Это значит, что дополнительно появится 200 коек для взрослых и 50 коек для детей. В корпусе будут оборудованы 8 современных операционных и реанимация. В ходе проверки оценена степень готовности объекта. Результатами все остались довольны. Беспрецедентное вливание средств из областного бюджета во все направления модернизации здравоохранения Московской области сегодня дают результаты. Один из результатов как раз вот этот объект. Глава Балашихи Евгений Жирков отметил, что усовершенствование центра важно не только для нашего города, но и для всего региона в целом. Мы сегодня были в детском отделении, в существующем детском отделении старого корпуса. Вид, конечно, не презентабельный, и если мы говорим о том, что мы должны профилактировать онкологические заболевания, значит, мы должны создать условия. И вот решение губернатора построить именно вот такой отдельный корпус, в том числе будет и отделение для детишек, это очень такое важное значение имеет во всех отношениях. Я думаю, что это будет как раз вовремя их место. Александр Смирнов, Виктор Демин, Большая Балашиха Лайв. Новости.